120 миллионов долларов выплатит Samsung своему главному конкуренту, компании Apple. Таково постановление Федерального суда Калифорнии. Доказано, что Samsung нарушила права Apple по двум патентам. Речь идет о технологии разблокирования экрана и поисковом механизме. Однако представители корейской компании утверждают, что пользовались собственными идеями и изобретениями Google. Тяжба продолжалась 2 месяца. К слову, это не первое судебное поражение Samsung. 2 года назад суд в Калифорнии уже обязывал компанию выплатить 930 миллионов долларов создателю iPhone. При этом наложить запрет на продажу корейских телефонов судья отказался. Специалисты говорят, что эта тяжба для Apple – одно из средств борьбы против телефонов на платформе Android.